Кого ждут девушки? Поднимите ручки. О, это не наши хорошие. Вы знаете, немного. Что-то их стало не особо много. Ну ладно. Вы знаете, от имени ваших девушек я хочу вам прочитать небольшое четверостишье. Я могу тебя долго ждать. Долго и верно верно. И ночами могу не спать год и два. И всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва из сада. Только б знать, что все это не зря, что тебе это очень надо. И следующая песня наша называется «Буду ждать». И от имени ваших девушек хотели ее спеть для вас. Потому что любовь — это такое чувство, ради которого стоит ждать. «Буду ждать». Руки выше, потому что 16 вас. Эй! А то у нас 16.
Поздравляю тебя. Провожу тебя. Аплодисменты. У нас сегодня микрофоны прямо выдают такие чудные звуки. По сравнению с нашим пением. Мы поем обычно поп-фолк, это сегодня мы их поем. Вам песни, кстати, которые мы написали сами. И по вашей реакции мы судим, нравятся они вам или нет. Поэтому давайте не будем... Спасибо. А вообще мы поем поп-фолк. Это фольклор современной обработки. И вы знаете, вот мы изучаем историю, и раньше столько разных присказок о том, что раньше, когда люди жили в деревнях, в селах, все у них происходило примерно так. Знаешь что, Аня? Я тебе скажу по секрету, что я... А Аня, опа, по секрету. Даша, ты знаешь, что Аня... И вот тоже моя девушка. Вы знаете, и в то время девушки могли только доверить свою тайну быстрой воде, речке, реке, которая сразу бы унесла их тайну. И следующая песня так и называется «Речка-река». Иногда на некоторых песнях прямо взрываетесь, а иногда такие тихие.
Давайте договоримся с вами, что когда мы показываем, так вы нас поддерживаете, хорошо? Знаете, в жизни разные ситуации бывают. И бывает такое, что женская дружба крошится, как мел. Только из-за того, что лучшая подруга может тебя в самый неподходящий момент предать. Так как ты сейчас объявила следующую песню, или ты мне на что-то намекаешь? Конечно же, объявила следующую песню. Или ты на что-то намекаешь? Ну ладно, девчонки, ну с кем не бывает, а? Ты посмотри на нее, Даша, как ты могла?
сцены рок-группа «Русия». Верчиво расплачивая шкурой, хотя гораздо чаще головой, мы русские дуркуем и балуем, когда, хватая снег похмельным ртом, к любому черту лезем с поцелуем, отхаркиваясь кровушкой потом. Мы русские, мы с ненавистью любую ломаем братски скудный каравай, а в благодарность слыша над собою всего два слова.
наша благодарность, наш низкий поклон нашей Родине, России, за все то, что она перенесла. И в припеве, в конце припева есть слово «Россия». Так вот, мы просим вас, помогайте нам и будьте вместе с нами, тем более, если вы любите свою Родину, Россию. Итак, песня «Родная Россия».
пережило столько тягот и лишений, сколько пережили русские люди. Нас долгое время и долгие века, столетия пытались поставить на колени и поработить, но это не удалось никому. И следующая песня, которая прозвучит, она называется «Мы русские». Именно этой песней мы хотели сказать, что что бы ни было, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Итак, песня называется «Мы русские». Спаси меня и от моей победы.
покинь ненадолго. И для вас сейчас выступает шоу-балет «Экстрим». Встречайте!
Знаете, в жизни иногда бывают такие ситуации, что женская дружба... С ума сошла совсем, родная? Что такое? Какая дружба? Какая дружба? Простите, пожалуйста, мы еще работаем первую, что ли, час? Да, точно. Это Аня расстроилась, потому что нам показалось, что вы всем остальным хлопали громче, чем нам. Да. Давайте же погромче нам. Да, ну это вот бывает, когда мы девушки влюбленные. Такое с каждым бывает. Аня влюбленная у нас. Да. И мы кого-то уже приметила? Конечно же. И да. Я влюбленная. Мы ни на секунду не забываем о своих возлюбленных. И каждого вспоминаем о его нежных руках, о его нежных губах, о его самых красивых и наглядных глазах. И следующий раз. Thank you.
это хорошо. Но задние дырки мы не будем, нет. Идите дальше. Да. Очень обидно. Очень обидно. Сзади стеснительны? Да. Надо было и вам тоже убегать, все, все вместе. Кто хочет еще потанцевать? Поднимите ручки. Ну что? Задние стеснительны? Вот иди сюда. Иди, да. Нет, нет, нет. Кто поднял руки? Идем сюда. Иди, иди. Иди, иди, давай. Давай. Когда влюблены, не нервничай, не волнуйся, все нормально. Нервы у него. Боюсь. Все нормально, сейчас перестанешь бояться. Когда мужчины влюблены, они, чтобы добиться своей цели, правильно начинают нам обещать. Я тебе подарю всю свою любовь. А самая красивая. Ты самая лучшая, да? Это мама. Конечно. Спасибо. Это обман, что я самая красивая? Ну, спасибо. Ну, спасибо. Ладно, забудем. И вы говорите, все, милая моя, для тебя. И следующую песню мы написали как раз об этом. Она называется «Для тебя, родная».
Телефон! Вы знаете, к сожалению, все хорошее подходит к концу. И сейчас будет наша последняя песня. Надеемся, что на последней песне мы услышим все, что вы можете, да? Вот вы знаете, девчонки, бывают такие случаи, когда влюбишься в парня. Он такой милый, он такой хороший, ты его любишь до беспамятства. Но, оказывается, он не тот, за кого себя выдавал. А в результате болит наше женское сердечко. И следующая песня называется «Мое сердечко». Oh,
для вас поет рок-группа «Русия». Bye.
пространстве. Русский, встань рядом!
следующая наша песня, она идет со второго альбома, который объявит Наташа. Так вот, этот альбом называется «Мы славяне». И вот его первую песню, одноименную, мы сейчас вам исполним и завершим на этом наше выступление. Как ни грустно, но да, приходится, все заканчивается. Но мы по-любому еще с вами встретимся.